Народ в шоке от увиденного. Что сделал муж с Наташей Королевой? Певица Наташа Королева отмечает важный день своей жизни. Знаменитость делает это в присущей ей манере. Российская певица Наташа Королева стоит особняком среди всех звезд отечественного шоу-бизнеса. Она не только разрывала чарты хитами еще в 90-х, но и осталась востребованной в наши дни. Супруга Тарзана старается брать, что называется, от жизни все. Сегодня артистка сообщила о наступлении важного дня. Ей исполнилось 48 лет. Королева решила отметить праздник в присущей ей манере. Звезда облачилась в яркий наряд, а также отдала предпочтение яркому макияжу. Глубокий вырез подчеркнул внушительный бюст исполнительницы нетленки «Маленькая страна». При этом вокалистка исполнила на видео импровизированный танец, который выглядит весьма откровенно. В качестве музыкального сопровождения Королева выбрала культовую песню на украинском языке. Народ от увиденного был шокирован. Пользователи сети отметили, что Королева в подобном образе выглядит как девочка-развратница. Более того, россияне принялись поздравлять знаменитость, а также осыпали ее комплиментами.